Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Pura 70 Pro, и сейчас я покажу вам, как поменять язык системы. Открываем настройки, после этого проходим в раздел «Система обновления». Выбираем язык ввод, далее выбираем язык и регион, нажимаем «Добавить язык» и выбираем нужный нам язык. И нажимаем «Поменять». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.